сказать, обращение суды. И поэтому, если я услышу извинения, если ребята уберут, так сказать, все вот эти клеветнические и гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними, так сказать, если они даже желают встретиться, послушать их, как так случилось, что они, поколение, которое выросло на Тесле, на айфонах и так далее, все-таки имеют такой негативный взгляд на мир. Мне даже интересно на этот счет, наверное, было бы с ними пообщаться. Поэтому давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело. Мне никакой лишней крови не нужно и, так сказать, жажды. Я за просто за то, чтобы мы все друг друга любили, и за то, чтобы в российском интернете был порядок. Тиньков, у тебя никогда не было деловой репутации, чести и совести. Извинись перед блогерами.